Друзья мои, приветствую вас! Мы с вами находимся на перевале Годерзи, на лыжной базе, на лыжном курорте намечающемся. Вот мы едем, смотрите, без стекла, видите какие, вот мои ноги болтаются. Это последний этап, это я еду уже на второй, так сказать, подъемнике на втором. Вот, стекло можно опустить, вот, видите, как оно работает. А можно и не опускать. Ну, я не хочу его опускать, потому что я люблю экстремные такие варианты, легкие. Вот мои ножки. Я, конечно, держусь за поручень, вот он, если вам видно. Вот, потом ножки я ставлю вот на эти перекладинки, и практически ничто мне не угрожает, если я, конечно, сам не прыгну. Ну, я не прыгну сам. Вот, значит, ну, настроения у меня не было такие делать репортажи, но думаю, еще когда я попаду в такой снег, посмотрите, в такую погоду, я вот здесь вот лыжная трасса, и сейчас еще вот 4 километра я поднимусь наверх на этом шикарном подъемнике, и потом покажу вам, и потом поеду на нем же вниз. Вот девушка едет, смотрите, скейтборд, эта девушка мне знакома, Диана, Диана! Ха-ха! Но она не слышит, она увлечена. Вот. Думаю, ну ладно, уже раз залез, то надо снимать. Да. Видела бы меня моя мама вообще, где я живу, она бы сейчас порадовалась. Я уверен в этом. Ну ладно, продолжим уже на спуске тогда. Я сейчас буду время экономить. Вот такая белая пустыня. Это уже просто альпийская зона. Здесь ничего не растет. Нет деревьев и нет домов. Все, уже чистые такие вот холмы. Красивые. Пока-пока. Увидимся на обратной дороге. Ваш Николай Рухадзе.